Через сколько времени пересаживать посаженную двухлетку? Смотрите, к вам пришла двухлетка. Вы ее рассадили, посадили, да? Вы за ней ухаживаете, все нормально, она идет. Трехлетний возраст. Вы можете пересадить ее через год. В трехлетнем возрасте рассадить на более большее расстояние. Можете через два, в четырехлетнем возрасте уже рассадить на более большее расстояние. Но здесь есть один нюанс. Больше двух лет на одном месте не держите. Если вы уже на постоянное место роста растения собираетесь посадить ее, то тогда да. Тогда уже садите ее, и чтобы она пошла. Но двухлетку нежелательно на постоянное место садить, потому что она маленькая еще. Надо дорастить минимум 2 года. Вы можете через год пересадить. Почему нельзя через 3 года? Я вам скажу почему. Потому что через 3 года она набирает такую мощную корневую. И когда вы начинаете ее выкапывать, вы очень хорошо ей вредите. И болеть она у вас будет чаще и больше. А если пересадка идет каждый год, то она болеет намного меньше. Поверьте моему опыту. Мы так делаем, я не говорю, что вам так надо делать. Можете рассадить там через каждые 3 метра ее. И ходить, я ж не знаю, может вы тщательно будете за ней ухаживать. Вам удобнее ходить там по полям. Вообще до 4-летнего возраста, 4-летка рассаживать. Вообще все изгороди и на постоянное место садится 3-летка по технологии. Но я советую сажать 5-летку. 5-летка самый лучший вариант. Самый лучший вариант уже посадить там, где она будет расти на веки вечные, как говорится. Прирост, да, 6-леткой она у вас будет хорошая. Прирост, да, у нас на сайте написан 35 сантиметров. Но, ребята, ну 35 это у взрослого дерева. У меня один побег дал 72 сантиметра. Я же не напишу 72. А двухлетка, ну, она дает по 10-15 сантиметров. И то и при хорошем уходе. А вот у нас по городу, тут, вернее, в каменоломнях посадили деревья, вот, 2-метровые ели. Они в этом году дали прирост 5 сантиметров. Хотя прошлогодний их прирост составлял около 25 сантиметров. То есть вот такая ель. Но в следующем году, я думаю, они пойдут. Я не думаю, я уверен, они пойдут и дадут прирост не менее 15 сантиметров. Поэтому как-то так. Все, всего доброго. Я думаю, я на вопрос ответил, через сколько надо рассаживать. Старайтесь не затягивать. Старайтесь пересаживать каждый год. 1 год. Но учтите, после каждой пересадки идет опять же притенение и полив. Притенение и полив. Потому что начинает работать корневая, и у нее начинает бить почка. Ей очень трудно в любом состоянии, в любом возрасте, 5-летка это будет, 3-летка, 2-летка, 4-летка. Что ей попросит, то и можно заливать водой постоянно, и она отойдет однозначно. Ну, притянить, конечно, желательно, если вы посадили там, вот как в прошлом году я, например, посадил в июне. Я обязательно притянил ее, ну, там была 70 сантиметров. В этом году она вымахает так, что она уже прижилась даже и все. А барабан, который я посадил там в изгороде, он вообще сейчас желтый весь. Но живой. Я думаю, сейчас он приживется и довольно-таки. Хорошая там изгородь будет к следующей осени. В общем, я на вопрос как бы ответил. Спасибо, всего доброго. С вами был Евгений Филимонов и питомник Хвойный дворик. Удачи!